Всем здравствуйте! Надежда Бабкина дала откровенное интервью о перенесенной пневмонии, которая едва не стоила ей жизни. В эфире шоу «Народная артистка» призналась, что была не единственной заболевшей в семье. Одновременно с ней в апреле заболел ее сын Данила. «У меня в это время в семье Данила заболел. То же самое? Его забрали в Лапино. Очень тяжело болел. Лежал 3 недели. У него почернели руки, не знаю почему. Что-то от лечения. Но я так благодарна врачам», – рассказала Бабкина. Надежда Георгиевна сама едва выкарабкалась из комы. Певица, как известно, 2 недели провела в коме и чудом выжила. Врачи не давали родным хороших прогнозов о состоянии Бабкиной. Ситуация была критической. Поражено было около 80% легких. Сейчас певица проходит восстановительный курс, назначенный специалистами. Она уже вернулась к съемкам. Более того, накануне впервые после госпитализации и лечения от коронавируса Бабкина приехала в театр «Русская песня», в котором уже много лет является руководителем. В связи с мерами безопасности встречать артистку пришли всего несколько человек из коллектива. Тем не менее, встреча была очень теплой. С объятиями, цветами и поздравлениями с выпиской. На встрече Надежда Георгиевна обсудила с коллегами новый спектакль. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока!